До какого-то, до какого-то момента там девочка, она папина, потом она мамина, наверное, также с сыном, да, то есть там же разные, разные возрасты, да, где-то ближе к маме, где-то ближе к папе. А мое желание, моя мечта, и очень надеюсь, что это осуществляется, чтобы они одинаково любили и маму, и папу, и вот это были для них самые близкие друзья, и я буду все делать для того, чтобы это осуществлялось. Чтобы родители всегда оставались своими близкими людьми. Потому что по своей жизни я знаю, что ближе друзей и ближе людей, чем родители, у тебя никогда никого не будет. Что бы ни происходило в этой жизни. Это я знаю на 100%. Можете там руку мне отрубить, но я своего мнения не изменю здесь. Я проплывал через разное говно жизни, и там вот тот, кто тебя вытаскивает, это твои родители. И они всегда с тобой. Это моя правда.